все наши грехи. Раньше все люди умирали, все в ад попадали. А сейчас те, кто принимает Христа, они попадают в рай. Да. Мы хотим вам подарить Евангелие сегодня. Спасибо. И наша визитка, православный библейский сайт. Вот. Бог вам в помощь. Спасайтесь. Спасибо, брат. Ой! Сдачи. Сейчас я забыл, Дарился. А, вы кстати рассказывали. Вот у нас этот. Сегодня же Новый год. Это знаете, я сейчас. Это праздник, ну, летосчитание идет к Рождества Христова. Ну, все это знают. А что такое Христос, вы знаете? Христос — это наш Спаситель. Мы всех, чтобы мы. Раньше все люди умирали, все шли в ад. А сейчас Бог послал своего Сына Христа, чтобы Он умер за все наши грехи. Он своей кровью на кресте искупил наши грехи. И вот в этой книге, в Евангелии Святом, все это описано. А подробно на нашем сайте, вот православный библейский сайт, там на все вопросы, что мы хотим, чтобы, ну, как Бог нам сказал, чтобы все люди спаслись. Он всех хочет, чтобы спаслись. Но люди по гордыне своей, по научению дьявола, идут на Божьим путем. Мы хотели вам в честь Нового года подарить эту святую книгу Евангелия. И, ну, естественно, ваша визиточка. Если у вас возникнут вопросы, вы можете зайти. С праздником вас. С праздником.